Пешеходные переходы рядом с образовательными учреждениями города приводят в соответствие с новыми стандартами. В рамках реализации программы по безопасности дорожного движения у здания кадетского корпуса, центральный вход которого выходит прямо на проезжую часть, установили металлические ограждения. Работы выполнены силами городского хозяйства в срок до 1 сентября, когда дети начнут обучение. Эти конструкции не только четко разграничивают пешеходную зону и проезжую часть, препятствуя выезду автомобилей на тротуар, но и направляют юных пешеходов к специально оборудованным для перехода дороги участкам. Было дано поручение главой города муниципальному учреждению по установке и изготовлению перильных ограждений. Это производится и в целях безопасности дорожного движения, и в целях экономии городского бюджета. Протяженность будет, согласно ГОСТу, в каждом направлении это 50 метров. Ограждения смонтированы по обеим сторонам улицы. Их высота составляет около 1 метра, что, по словам специалистов, дополнительно позволит удержать детей от перебегания дороги в неустановленном месте. Помимо металлических конструкций, установленных у здания кадетского корпуса, пешеходные переходы у всех образовательных учреждений города оборудованы современными знаками, лежачими полицейскими и мигающими желтым цветом светофорами, чтобы водители были внимательнее. Задача, поставленная городским руководством, сделать пешеходные переходы у школ более безопасными. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, «Наш город».